могу продолжать вечно. Ты только оттягиваешь свой конец. Если убьешь меня, Мерсер расстроится. Сначала забью тебя до смерти, потом уж буду волноваться. Что? Хочешь драться до смерти? Так давай, начнем! Я тебя уничтожу! Проклятый нытик. Хочешь поставить меня на колени? Этого добиваешься? Просто заткнись и сдохни. Надо сказать, доктор Мерсер, отправить развитых в Гентек – великолепная мысль. Мы прорвемся в их силовую структуру. Сабрина Галлова уже метит на пост финансового директора. Так последуй ее примеру, Кёник. Все должны быть на своих местах, чтобы перейти к операции в зеленой зоне. Конечно, сэр. Хеллер, тебя бы убить. Мне нужен был Кёник, а ты помешал. Прихлопнул как муху. Тебе стоило сказать, что нас тут больше двух бегает. Я уж молчу об этом сраном чокнутом ученом. Ну, теперь знаешь. Мы в Гентек. Мы в черном дозоре. У нас глаза и уши повсюду. Ты собираешь армию? И когда нас наберется достаточно, мы с тобой возглавим атаку и сотрем с лица земли и Черный Дозор, и Гентек. И вирус. Что? Вирусу тоже конец, так? Им всем. Таков план. Осталось недолго. Приготовься. Лживая тварь. Отец! Приходи ко мне в зеленую зону. У Афины плохие новости. У меня тоже. Мерсер нас всех в конец запутал. Он что-то задумал. Джеймс, ты и половины не знаешь. Уже иду.
живешь в зеленой зоне? Естественно. Все офицеры там живут. А также все из Гентека. Но это, наверное, ненадолго. Из красной зоны по туннелям ползут эти сраные зараженные. Офигеть, блин. Ты тут на инструктаж? О чем ты? Лейтенант Райли вызвал подкрепление для какой-то операции. А ты у нас весь из себя специалист. Вот я и подумал, что тебя для этого вызвали. Эту вечеринку стоит посетить. Что у вас есть? Сюда. Вот, взгляни. Первая вспышка произошла на Пенсильванском вокзале. Затем, год спустя, вторая вспышка. Человек Афины тщательно все проанализировал. Воздушные пути, водопровод, все способы распространения вируса. Так, у нас нет на это времени. Мерсер. Вот. Так, то есть вторая вспышка началась в том же самом месте, что и первая. Смотри. Он убил их, отец. Майю и Калет. Я знаю. Мы выясним, что он задумал. Остановим его. А потом я раскрою ему его сраную рожу. Ладно, но с чего начать? У меня ничего нет. У Афины тоже. Мы прорвемся в силовую структуру. Сабрина Галловой уже метит на пост финансового директора. Сабрина Галловой. Она подставная. Она следит за Гентек для Мерсера. Да, знакомое имя. Сюда! Сабрина Галловей, финансовый директор Гентек. Дозор собирает о ней сегодня особое совещание. Где? Ладно. Я докажу это Мерсеру. Докажу, что он в тебе ошибся. И когда он осознает, каков ты, ты умрешь, и я займу твое место. Сукин сын. Смейся, пока можешь, гад. Слишком медлителен, Феллер. Ради бесполезных мышц. Посмотришь, насколько они бесполезны, когда я буду отрывать тебе голову. Что ты пытаешься доказать? Я ничего не хочу доказывать. Я просто хочу тебя отделать.